здравствуйте. Сегодня на операцию идет Михаил. Операция — коррекция формы носа. Вот, да. И по поводу искривления носовой перегородки. Одна часть носа не дышит, да? Ну да. Одна зрение не дышит, да. Вот. Ну, операция достаточно серьезная. Значит, будет проходить под наркозом. Меня зовут Сергей Геннадьевич, я анестезиолог. Вам буду наркоз проводить. Вот, операция будет под наркозом проходить. Больно вам абсолютно не будет. Вот, будете спать всю операцию. По времени продолжительность где-то около 2 часов. Все это время я буду находиться рядом с вами, веду наркоз, каждые 5-10 минут контролируем давление, постоянно пульсоксиметр и кардиограммка у нас на мониторе будет ваша отражаться, все параметры дыхания, концентрация кислорода, углекислоты, выдыхаемого воздуха, все, то есть параметры будут отслеживаться. Моя задача, чтобы вам операции было не больно и все органы и системы работали нормально. Вот, а задача Катерины Сергеевны — сделать вам красивый нос. Вот. Все у нас годами отработано, так что после операции я вас где-то минут через 10-15 разбужу, вот, пока будет гипс накладываться. Вот. Переведем в палату. В палате уже через 30 минут после того, как закончится операция, уже будете совершенно с ясной головой, даже сможете по телефончику поговорить, сообщить родственникам. Так, анализы я ваши посмотрел, вопросов у меня нет. Все прекрасно. Еле пили, когда последний раз? Ну, я сегодня вообще натощак. Вообще натощак, прекрасно. Нам нужен пустой желудок, потому что как минимум за 5 часов до операции последний прием пищи должен быть, чтобы содержимое желудка во время операции в горизонтальном положении не попало в глотку, соответственно, дыхательные пути. Вот. После операции немножко может попершить в горлышке, как при ангине, не пугайтесь этого момента, потому что после того, как вы уснете, я вам поставлю трубочку и тампончик рыхлый. Потому что операция в полости носа, кровь, которая будет скапливаться, будет стекать в глотку, чтобы вы не наглотались и не попала кровь в дыхательные пути. Это все будет впитываться в тампончик. Операция закончится, тампончик я уберу, трубочку уберу, потом разбужу вас. То есть этого неприятного момента вы ощущать не будете. Вот. Только может быть ощущение, ну, немножко першения, боли в горле, как при ангине. Но это все на следующий день проходит. Сейчас Катерина Сергеевна готовится. Да. Скоро пойдем на операцию. Вопросы ко мне какие-то будут? Ну, вот пока что я какой вот вопрос хотел задать. Как анестезиолог вообще вымеряет дозу на вот определенного пациента? Ведь они могут быть разными. Просто. Ну, я перед этим, я вас не спросил, но потому что у меня записано. Вот ваш вес, рост 175,75 килограмм. Вот. Доза препаратов для наркоза рассчитывается на килограмм массы тела. Вот. Я считаю, допустим, вот один препарат там 2 миллиграмма на килограмм массы тела, 175 миллиграмм у вас, то есть 150 миллиграмм я ввожу. Это на определенное время. Потом определенное время проходит, мы повторно вводим дозу. Вот. И один препарат, допустим, с постоянной скоростью идет во время наркоза. То есть, пока вы спите, препарат вам вводится. Операция закончится, введение препарата я прекращаю, и вы просыпаетесь. То есть, предвосхищая вопросы некоторых, некоторые боятся проснуться во время наркоза. Такого не бывает, потому что препарат идет с определенной расчетной скоростью. В данный момент, какой у нас наркоз, такого невозможно просто. Все пациенты просыпаются у нас после операции, как после хорошего сна. Вот, некоторые даже спрашивают, а когда операция начнется? А операция уже закончилась. Вот таким образом. Интересно. А это, получается, и есть самый вот большой миф? То, что, ну, я бы даже сказал, именно страх перед анестезией. Или есть еще какие-то? Ну вот миф остался, нет, мифы есть там, что нарушения памяти будут там, что, как сказать, самый старый и древний миф, это, как сказать, остался с прошлого века, что наркоз, как сказать, отнимает какие-то годы жизни у человека. Вот. Но это мифы пошли от того, что, как сказать, когда
начала широко использоваться препараты для наркоза, они вначале были очень токсичные. Угу. То есть и на печень воздействовали, и на головной мозг, и где-то там осадочные явления там сохранялись в течение месяца-двух даже после операции. Угу. Вот. Сейчас современные препараты, они абсолютно не токсичные, и, то есть через 2 часа после операции у вас уже препаратов для наркоза нет в вашем организме. Препараты выводятся очень быстро, там период, есть такое понятие период полувыведения, там у одного препарата период полувыведения 30 минут, у одного 40 минут. Угу. Ну, то есть через 2 часа уже наших препаратов в вашем организме не будет. Вот. Останется только такое легкое сонливое состояние, угу. Вот, ну, которое тоже в течение еще там часа-двух тоже нивелируется, проходит. Ну, главное, что не портит здоровье, никак не влияет нет, ни на печень, ни на что другое. Абсолютно, на здоровье, ни на печень, ни на головной мозг. Сейчас наши современные препараты для наркоза не влияют. Ну, ладно, спасибо вам за ответы. Вот. Все, Михаил, будем готовиться к операции. Вот. А дальше результаты вы сможете посмотреть в дальнейшем.